Настал самый волнительный момент этого лета для сотен тысяч калининградцев. 3 месяца жаркого голосования – нешуточная борьба в рейтинге. Конкурс «Лучшая школа. Народный выбор 2024». Уже 2-й год подряд торговая сеть «Спар» проводит самый настоящий праздник для выпускников. Уровень подготовки поражает. На входе ребят встречают и выдают фирменные браслеты, фотозона от искусственного интеллекта, мастер-классы, конкурсы, игры, фуршет. Все продумано до мелочей. Организацию не ожидали такую, честно. Выбило прям все ожидания, мы все вот так вот ходим, вот так вот глазами во все стороны. Праздник прошел в зале «Роял Парк» развлекательного центра «Резиденция королей». Атмосфера, царившая в этот вечер, расположила к танцам даже организаторов праздника. Настроение боевое. Мы готовимся встретить 2-й главный выпускной Калининграда. В прошлом году было около 400 выпускников, сейчас более 600. Вообще акция очень мощная, очень сильная. Если в прошлом году каждый калининградец в среднем проголосовал 10 раз, то в этом году 15 миллионов голосов. Поэтому мы видим, что когда ты думаешь не только о своей компании, но и о городе, то город отвечает взаимностью. Благодаря компании «Спар» Калининград может похвастаться своим собственным региональным праздником для выпускников. Лучшая школа – народный выбор. Как говорят, любая традиция начинается с того момента, как это повторилось. В этом году, в 24-м, эта активность, этот конкурс «Народный выбор» действительно повторилась. Крайне сложно что-то повторить в том же масштабе и в том качестве, что и в первый раз. Это как в спорте. Можно с помощью удачи и случая выиграть один раз золотую медаль. Выиграть ее дважды подряд и сделать это так же качественно, это действительно говорит об уровне, профессионализме и отдаче тех, для кого мы это делали. Да, это традиция, и мы горды говорить о том, что это 3-й город, Калининград, в котором есть своя выпускная традиция. Есть бал медалистов в Москве, в Кремле он проходит, есть «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, и есть калининградский главный выпускной города. Это лучшая школа «Народный выбор 24». И я уже сейчас могу сказать, до того, как пройдет это мероприятие, как мы подведем итоги с Министерством образования, о том, что школа, лучшая школа 2025 будет, несомненно. Мероприятие проводится при информационной поддержке Министерства образования Калининградской области. Выпускные – это вообще всегда такие незабываемые эмоции. Конечно, в вузе их может быть несколько, но все равно они отличаются. Но, конечно, школьный выпускной – он всегда один, единственный, незабываемый. Я помню, как мы с друзьями, с одноклассниками ездили встречать рассвет. Я помню, как мы задорно танцевали. Я помню, как мы плакали, когда получали свои аттестаты. Вся эта буря эмоций, которая, конечно же, сохраняется на всю жизнь. И пусть что-то где-то не получалось, все равно это забывается, и остаются только те самые прекрасные, счастливые эмоции. Выпускной в школе – это особый, торжественный, запоминающийся день в жизни каждого школьника. Выпускники прощаются со школой и учителями. Это важно и для наших детей, это важно и для нашего взаимодействия с бизнес-сообществом, да? Это важно и для наших родителей, для наших преподавателей, вообще для всех участников, да, этого прекрасного мероприятия и подобных мероприятий, конечно же, это важно, потому что мы узнаем лучше друг друга, мы больше взаимодействуем, мы больше раскрываемся. Ну и, конечно, если мы говорим конкретно про это мероприятие, про выпускной, то те эмоции, о которых я говорила в начале, конечно же, они будут усилены таким прекрасным мероприятием. И какой же выпускной без бала и объявления короля и королевы? Я совсем не ожидала, что мы победим, но благо мы с огромной поддержкой. Самая популярная пара в нашей школе. Все про нас знают, все нас любят. Очень общительные и добрые. Награждение конкурсантов стало частью главного городского выпускного. 4-е место заняла гимназия номер 40. 3-е место – лицей номер 49. 2-е место – гимназия номер 2, город Черняховск. Выпускники. Действительно, мы очень благодарны компании «Спар» за прекрасную акцию, которая проводится 2-й год. В прошлом году гимназии номер 2 досталось почетное 1-е место и звание «Лучшая школа». В этом году она шла вровень с победителями, отрыв был невелик. Если мы есть, будем первыми! Если мы есть,
миллиона 219 861 конкурс занимает школа номер 58. Все мы испытываем невероятную гордость за победу нашей школы, собственно говоря, мы и не сомневались, потому что наша школа действительно легендарная, там преподают замечательные учителя, работает невероятная организация, вообще все так стараются, конечно же, мы победили. Сколько? Миллион? С ума сойти! Миллион рублей! Первое место! Школа номер 58! Калининград! Очень приятно было сегодня получить миллион рублей, и сказали, что даже налоги все оплачивает компания Спар, и как бы тоже очень интересно. И мы подумаем теперь с ребятами, с родителями, с педагогами, куда мы затратим эти деньги, как, мне кажется, что это общая такая победа 100%. Надо вместе будет подумать, как и куда их потратить. Вообще здорово, что сегодня бизнес может так делать, и вот очень хотелось, чтобы как будто бы вообще не боялся бизнес вкладывать деньги сегодня в школы, потому что там будущее нашей страны. Впереди у школьников выпускные, где им торжественно вручат аттестаты и дипломы, а эмоции и впечатления от праздника, организованного компанией «Спар», останутся в воспоминаниях на всю жизнь. Диана Гульдяева, Анастасия Семахина, Первый городской телеканал.